ЧП даже не районного масштаба. 20 вагонов железнодорожного состава сошли с рельс, 8 из них опрокинулись. Крупная авария произошла сегодня около 6 часов утра на нерегулируемом переезде у села Тихонова в Менделеевском районе. Грузовой поезд столкнулся с «Жигулями» 8-й модели. В цистернах состава находился газ. Взрыва и утечки углеводородов удалось избежать. Для ликвидации последствий создан штаб комиссии по чрезвычайным ситуациям. Им руководит глава Менделеевского района. Каждые 2 часа проводится совещание. Решается главный вопрос – как убрать лежащие на боку цистерны с опасным грузом. По предварительным данным, этот газ, он сжиженный, то есть это такая фракция, которая не воспламеняется при ударе либо сжатии. Вот, и вагоны цистерн специально предназначены для этого. То есть у них автоматически сработала блокировка этих вот всех закрывающихся механизмов, и чтобы никаких выхода газа не было. В результате ДТП серьезно повреждено порядка 2 километров железнодорожных путей. Отменен рейс «Круглое поле Москва». Предполагается, что специалисты Куйбышевской железной дороги закончат восстановительные работы до 20:00. Если же не успеют, то произойдет задержка отправки со станции Набережные Челны состава «Адлер-Пермь». В расписании значится 21:41. А предполагаемый виновник всех этих осложнений, водитель, столкнувшийся с поездом «Восьмерки», уже задержан. Водитель найден. То есть он скрылся с места ДТП первоначально. Сейчас он найден, значит, находится в полиции Менделеевского района, где берутся от него объяснения, показания дает.